Девочки, всем привет! Вы уже из названия видео, конечно, поняли, о чем сегодня пойдет речь. Я, на самом деле, очень давно хотела снять это видео о том, как я стригусь сама дома, но все никак не доходили руки. И тут такое дело, я решила записаться на одну процедуру для волос, поэтому ждать некуда. После нее я уже не смогу вам показать, как я стригусь сама. Небольшое такое предисловие ставлю, сразу скажу, что я сняла для вас сам процесс, инструкцию, все вставлю, все покажу, все расскажу, так что не переключайтесь. Насчет предисловия. В общем, стричься сама я начала где-то с ноября месяца. Дело в том, что у меня очень секутся волосы, и секутся они по всей длине, не только кончики. И какой бы ни был уход, то есть все испорченное нужно срезать, да, вы его не склеите, ничего с ним не сделаете. Но у меня волосы некоторые очень секлись, ставлю вам фоточки, посмотрите, где-то они расщеплялись на 5 частей. И я решила, что все, пора избавляться, хватит, какой смысл, что я ращу длину, они постоянно обламываются, да? Поэтому решила стричься. Нашла на просторах Ютуба видео, как девушка стрижется сама. Могу отметить, что у нее абсолютно прямые волосы. И у нее благодаря такому методу стрижки получается прямой срез. Я могу сказать так, что если у вас волосы хотя бы немножко вьются, вам вообще нечего переживать. С ноября месяца я стриглась не менее 10 раз, даже больше. Сегодня я постриглась только для того, чтобы показать вам, как это делается. Очень важен психологический фактор. Таким способом вы можете срезать буквально там 5 мм, 10 мм, столько, сколько вы хотите. И когда я начинала в ноябре всю эту процедуру, я первый раз попробовала, о, круто, волосы оживились, да, сами кончики. Через недельку еще раз, и когда ты срезаешь по 0,5 сантиметра, ты не ощущаешь такого стресса. Вы можете заметить, что волосы мои стали короче, чем они были ранее. Да, но я говорю, я стриглась более 10 раз. Когда-то это было и по 2 раза в неделю, потому что мне нравилось вот это ощущение живых кончиков, а не сухой соломы, которая у меня была. По поводу стрижки, раз уж мы начали, кроме вот этого основного метода, да, которым я снимаю длину волос, мы, как я уже сказала, что у меня волосы секутся по всей длине, что же я использую? Я использую метод жгутиков, я думаю, что все о нем слышали, если вам интересно, я могу снять отдельное видео, инструкцию более подробно, и также прохожусь просто по всей длине, делаю, можно сказать, филировку. Честно говоря, люблю это дело, для меня это какое-то, знаете, такая отдушина, успокоение нервной системы, поэтому я могу и час спокойно потратить, сидя, обрезая где-то какие-то секущиеся кончики. Ну, а теперь вашему вниманию предоставляю видео для того, чтобы сами своими глазами увидели, как я это делаю. Приятного просмотра! Ну что, приступим. Итак, для начала я разделяю волосы на 2 равные части и очень тщательно их прочесываю. Заранее приношу свои извинения за качество картинки. Дело в том, что не очень хорошее освещение, да и свет так падает, что качество изображения оставляет желать лучшего, но суть вы поймете. Итак, разделяю я волосы на 2 равные части, вот так вот на груди. Спускаю ровненько пальцами волосы. Отмеряю примерно, сколько я хочу обрезать. Сегодня, так как я показываю вам чисто для наглядности, я срезаю совсем немножечко, но все-таки кончики наши обновятся. Где-то что-то немножечко подравниваю и обязательно расчесываю еще раз. Еще раз точно так же пальчиками сдвигаю волосы и подравниваю. И теперь то же самое делаю со второй стороны. Спускаем пальчики и смотрим. Здесь у меня выбился какой-то петух, как видите, из общей массы, поэтому его отстригаю, остальную часть оставляю. И, конечно же, еще раз все тщательно прочешу и все посмотрю. Так, видите, немножечко там подравниваю. Мне, в принципе, так стричься не составляет никакого труда, так как волосы у меня не густые. И обязательно в конце проверяю, чтобы наши части были примерно одинаковыми. И все, так можно отрезать и 5 сантиметров, и 2, и 3, сколько вам угодно. Сегодня я отрезала совершенно немножечко, просто для наглядности. Ну и вот что у меня сзади получается. У меня получается очень-очень мягкий полукруг, как кажется мне, но передние пряди у меня изначально были короче.
Видите, все вполне ровненько. Если у вас волосы вьются, то переживать точно не из-за чего. В общем-то, результатом и самой схемой я очень довольна.